все отправимся в удивительное путешествие. В сказочную музыкальную страну Италию, где происходит немало забавных, веселых, смешных и грустных историй. Ту, которую я расскажу вам сегодня, детективная, увлекательная история из жизни одного небольшого города. Представьте себе площадь сказочного города. А на ней корзинки для овощей и ящики для фруктов. Но это только кажется, что это корзинки и ящики для овощей. На самом деле, это маленькие и большие домики, где живут овощи и фрукты, которые так напоминают людей. Здесь семья редиса. Встречается с семьей луковиц. Тут же мастер виноградинка чинит обувь. Тут же кум тыква ищет кирпичики, чтобы построить себе домик. Играет на скрипке, и все жители этого сказочного города танцуют. Жил в волшебном городе Чиполлино. Сын Чиполлоне. И было у него 7 братьев. Чиполлетто, Чиполлотто, Чиполлоччо, Чиполлуччо, ну и так далее. Как и положено зваться самой настоящей, честной, луковой семье. Да вот только жили они бедно, в маленькой деревянной лачуге, чуть больше ящичка для огородной рассады. Но однажды бедную окраину собрался посетить сам правитель страны, принц Лимон. И явился он не один, а с целой армией лимончиков. Весь народ бросился на площадь смотреть, кто же приехал. Когда время придет. Я веселый
Чиполлино, вырос я в Италии, там, где зреют апельсины и лимоны, и маслины, фиги и так далее. Но под синим небосклоном не маслиной, не лимоном я родился в луком, значит, деду Чиполлоне пригожусь я внукам. Я цибуля, я чипона, огородный лук. Я на грядке кончил школу луковых наук. Но не верь, бедняге, луку, жить в гнезде раков. Хоть горька была разлука, я покинул дом, я иду. Долго-долго шел Чиполлино, и вот набрел на дом. А дом был не дом, а какая-то крупная конура на таксе, такой маленький. У окошка сидел старичок, это был гум тыква. Я давно мечтала о своем доме, каждый год покупал по одному кирпичику для него. Когда домик был совсем готов, поглазеть на него собралась целая орава ребятишек. И так боялся гум тыква, что ребята поломают его хрупкий домик, что решил раздать им конфеты, чтобы их задобрить. С тех пор так и повелось. Как только у него заводилось несколько сольда, он покупал конфеты и клал их на подоконник для ребят, словно хлебные крошки для воробьев. Так они и подружились. Запустело, все испугались, попрятались по домам, и Чиполлино увидел, как из пыльного облака показалась карета, из которой вышел сам сеньор Помидор. Я сеньор Помидор, красивья и пыше, а служу с давних пор у помещиц душе. Хоть и смотрит свысока две графини вишни, на меня надал всегда.
я холеный помидор, скушаю отвасной, и вступать со мною в бой овощам опасно, и вступать со мною в бой. Ха-ха-ха-ха! Овощам опасно! Кто-то тут построил свой дворец на земле Крабиндиша без разрешения! У меня есть разрешение, есть разрешение, есть разрешение! Немедленно убирайся отсюда! Вступать со мною в бой овощам опасно! Я обязательно что-нибудь придумаю, как помочь куму тыкве! Вскоре Чиполлино набрел на дом мастера виноградинки. Мастер виноградинка был самым лучшим мастером сапожного дела во всем королевстве. И у него уже было столько заказов, что он не справлялся с ними. Обратите внимание, на вашей скрипке сидит большая муха. А что же стало с домом кума тыквы? Вместо него сеньор Помидор поселил туда сторожевого пса Мастина, а сам укатил в карете решать дела государственной важности. Тем временем в замок графин Вишен приехали родственники. Барон Апельсин, который был страшным обжорой, он съел все свои запасы, потом запасы всех своих крестьян,
А когда у него совсем ничего не осталось, он напросился в гости к графиням. Вместе с бароном Апельсином приехал герцог Мандарин. Тот был очень жаден. В итоге в доме было ужасное оживление. От такой суеты у графинь было ужасное настроение. Об исчезновении домика дома Купфе. Разгневанный сеньор Помидор арестовал всех жителей деревни.
Чтобы найти домик тыквы, он пригласил знаменитого иностранного сыщика по имени мистер Моркл. И посадил его в тюрьму. Темница, где находился Чиполлино, была очень темной и сырой. Но как-то раз, продумывая план освобождения, Чиполлино услышал голос крота. Чиполлино! Чиполлино! Все готово к побегу! Друзья, пришли на помощь! Оказывается, что у вас в тоннеле, который прорыл грот, находится в одном шаге от мальчика. Нужно только сильнее прыгнуть, чтобы протолкнуть тонкий слой земли. За выступление против власти!
принципе, он надеялся на свою армию лимончиков, Чиполлино и его друзья ворвались в замок графинь Вишен и повесили знамя свободы. Сторожем в замке, где теперь царит смех, веселье и радость. Всегда! Ну вот и подошла к концу наша новогодняя история. В постановке для вас принимали участие оркестр народных инструментов, гусли, Юлия Виноградова. Скрипка Мария Муравьева. Рояль Регина Пашина. Александр Тигров и Михаил Дурков. Флейта Тимур Сапаралиев. Ударный Евгений Сиротин и Александр Борисов. Дедушка Мороз.